Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня у нас Артем, а где я? Сегодня мы в полном составе. Кушаем мы острую курицу, запеченный лук-порей, запеченный чеснок, запеченные грибочки и пирога. И еще у нас есть блинчики с сметанкой. Да. И у нас нет вилок. У меня есть вилка. Вообще у нас как-то обед сегодня получился. Просто блины со сметаной Викия предложила. Это мой сок. Да, но как-то все вот так вот. Переросло вот в это все. Угу. Я между делом попробовал курицу уже, она очень пикантная. Быстро. Попробуй. Написано просто пикантно. Лучок хорошо получился. Первый раз запекаем чеснок вот такой. Интересно. Ух, да, горячий. Острый. Пробуй. Острый. Ну, прыгался. Не горчит. Ну да. Неплохо. Острова-то. Да, эту мясо попробуем. Так, еще попробуем грибы сразу. Грибы. Ты готовая была курица. Видишь как. Грибы, ну это тоже похоже что-то на королевские шампиньоны. Стоили. Сколько они стоили, не знаю. Что-то 2 евро, по-моему. Здесь грибы ешь, не чувствуешь этой воды. Вообще. Что-то не хочу хлеб, обычно я хочу с этой крабовой помазкой. Помазка? Мы купили какую-то крабовую помазку. Тюбик крабовой пасты. Сейчас покажу. Что, горит? Ну ты ногой задеваешь провода, может быть из-за этого? С микрофоном вот это жесть. О, боже, как она горит. Откройтесь, пожалуйста. Подожди, что ты принесла? Что же туда добавили? Угу. Подожди. Камеру подписчикам. Вот такой крабовый. Ты же хотела рассказать, что у тебя новая кофта. Не забыла. Смотрите, у меня вот такая кофточка. Это не кофта, а куртка. Вот. Гей-куртка. Ой, какая она острая. Гей-куртка. Вот. Сейчас покажу. Вот, вот такая курточка. Вот здесь внутри такая блестящая. И внутри вот такая кофточка была. Не, я ее отстегнула, а вот если снять, она вот такая блестящая и розовая. Сумочки вот такие розовые, вот там такое, вот такая мягкая белая. Мягкая? Ну, вообще, ничего не интересно. Просто мягкая. Мне кажется, табаско вообще тут можно убрать. Да. Аппетит от перца возрастает. Гриб, смотрите, как большой. Прям полностью решила запечь, думаю, не резать. Ой, грибы и чеснок-то ловлю. Порей вообще. Я думаю, если мы его запечем на гриле. Мы сегодня чуть не купили гриль. Для меня что-то остановило. Наверное, зарплата, которой нет. Кто бы мог подумать, что такое острое? Там было в кляре. Аромат. Там показали, что она острая. Поэтому ты взял? Не. Поэтому я не взял ту пачку, а взял эту. Я думал, что здесь она такая обычная. Аромату! Ну, вроде коричневенький кляр. Он в итоге вот превратился вот такой. Я, кстати,
после вчерашнего. Не знаю, по чем сегодня себя очень плохо чувствую. Разных, может быть, причин, но почему я не пью алкоголь, мне становится после него плохо. Даже если после я чуть-чуть... После или сразу? Ну, как бы, если много выпью, то сразу. Я совсем вчера чуть-чуть выпила, вы же сами видели. Но мне... мало выпила, поэтому... И мне сегодня как бы нехорошо. Но и погода поменялась. Ну, непонятно. В общем, если в следующую пятницу опять мне потом на следующий день будет плохо. Давай попробуй вино. Я в реале уже нашел там. Ну, в смысле, проходил мимо, не специально. Ну, мне не сильно принципиально, какой алкоголь, если честно. Я просто вот помню, даже шампанское выпила. Ну, вот последний раз, когда я решила, что больше не буду даже глоток делать, вот я шампанское глоток выпила. Не-не-не. Так с тубика не надо его хлопать. А мне потом было плохо. Хочешь 15? Папа, ты знаешь? Вот в России поей, дорогой. И ты вот жаба душит брать постоянно. Здесь он стоит 2 евро, по-моему. А жарко от крылышек. Кто? Все горит. Вот, вот такой. Ну, и вкусно. Я тоже хочу пить ананас. Надо. Надо будет записывать и больше. Ой, запомнить. Не покупать колостра. Может, крупный нет. У меня ж мурашки по телу, да? Не знаю. Попробуй со сметаной. Но не кожуц точно. Мясо. Ну а мясо это, да? Не. Мне кажется, я огнем дышу уже. Не пропитаны полностью. Ну и прям сейчас полностью сметану окунем. Ну как? Мне кажется, я уже красная вся. Можно сравнить с острыми крыльями с KFC. KFC-шки? Что так много тут и ложек, и вилок. Острых? Еще пюреху ешь? Ну, жестко. Я, кстати, чесночок не пробовала. Маленький такой. Он однодольчатый, да, или как он называется? Хотя после обожженного рта курицы ты бы попросил. Давайте блинчик. Ты все-таки жарила сама. Дай мне кушать. Макни сметану. Я макну. Пожалуйста. Сейчас опять скажут. Я не буду ничего говорить. Кто здесь? Посмотрим, скажут или нет. На тебя. Иди сюда. С этими крыльями однозначно надо что-то такое сливочное употреблять. Кстати, я видел Беллис новый. Там яблочный пирог называется. В смысле алкоголь? Да. Ну, правда, бутылка большая. А почему ты думаешь, что он новый? Не знаю, я не обращал внимания. Кстати, я видел, как крылышки кушают в интернете. Ты видел? Именно вот эти вот штуки. Угу. Мы с тобой видели в ТикТоке. Они вот так вот ее вычищают. А потом я уснул. Не знаю, что там дальше идет. Одну косточку пособирают, с ней стягиваются. Как что-то получилось, непонятно. Ну, в общем, запеченный порей, это наша какая-то новая находка.
меня такое ощущение, что я пытаюсь в кадр лезть постоянно. Мы сейчас деремся за место под солнцем. Потому что пересели, а Вегея скрасила блинчиком. Я здесь чеснулась. Ням-ням. Что, чеснок ты Сейчас острый будет. Не знаю, съесть еще или нет. Острую курочку. Ну вот ради этих ощущений ты же кушаешь, по сути. Ну вот. Где его кухать? Пёрышко тоже вкусное. А грибочки, кстати, в майонезе. Запечённые. Я уже перешёл, почему-то руками кушать. Так, что у нас кушать? Где моя вилка вообще? Это моя. Вот, моя. А, вот моя. Я еще хотел соком от курицы. Должна полить картошку, чтобы пожирнее было. Хорошо, я этого не сделал. Потому что я тебя остановила. Дай сок. Все хорошо. Чесночок. Понравился? Зачем о нем говорить вообще тогда? Ну, а запек все красиво. На паре мне понравился больше, чем чеснок. Не, ну. Парень такой мягкий. Ну, а ты взял еще большой. А большой он уже сам по себе как бы пожестче. Чем потольше, чем помоложе он, тем вкуснее. Да? Да. Ладно. А где-то крылышко, да, типа было? Тут ножки и крылышки. Я вот не понимаю, продают парей по весу, да? На кучу листьев оставляют. Ну, понятно, что ты их не будешь есть. Ну, хотя, по-моему, их варят, да, с чем-то? Ну, наверное, в бульон добавляют. Я хочу курицу помакать сметану. Нет. По-моему, корейские бульоны, да, они варят сначала в этих листьях, а потом убирают их. Я чувствую, что у меня что-то на бороде, но... На бороде нет ничего. Так, ну, запачкалось так. Просто очень остро. Я хочу быстрее жевать. Ну, это приятная острота, потому что если было неприятно, мы бы не ели. Это не укатай. Блинчики даже ничего. Я надеюсь, что сегодня микрофон не купил. Даже не знаю причину, почему он так делает. Хуже всего, когда ты не знаешь причину. Всё. Давайте закончим, это нам неудобно. Или поменяйте. У меня нету салфеток. Перед кем неудобно? Мне неудобно кушать. Будем думать, как нам делать поудобнее, покомфортнее. Идем на завтра, до новых встреч, пока губы горят. Так, пока. Подуть?